Итак, мальчики, девочки, дамы и господа, всем привет, всем добро пожаловать. Сироплей, тебе отдельный привет, респект за то, что пришел раньше всех. Остальных подождем, пускай подтягиваются. Так, продолжаем мы тупить, глупить, мучиться, решать загадки и всякое такое, проходить Resident Evil Zero 0. Я не помню, на чем мы там остановили, честно говоря, сложно как-то так начинать после того, один день стоит. Мальчики, девочки, дамы и господа, меня слышно, это уже отлично. Один день стоит отдохнуть без стрима. И реально, как будто неделю не проводил стрима. Немножечко отвыкаешь. Так, на чем мы там остановились? Загрузить игру. Сироплей, как твои дела? Как жизнь молодая? Чем занимаешься? Кстати, прикольно так. Только недавно у меня хейтер появился, который ставил дизлайки. И YouTube отключил эти дизлайки, а теперь... Ну, то есть, как, их ставить-то можно, но количество дизлайков не отображается. Загрузить игру. Так, на чем там остановились, я не помню. Сейчас будем проверять, вспоминать. Так, Ребекка Холл. Вот, Ребекка Холл. Ну, раз это последнее сохранение, отсюда и начнем. Всем добро пожаловать, кто подходит. Так, продолжить, начать заново. Конечно, продолжить. Это шаги выживших. О, сколько у меня тут всякого добра валяется. Так, печатная машинка. Сохранить? Нет. Так, дай-ка вспомнить. Что тут, как тут и куда тут? Зачем тут, для чего тут? Что у нас есть? Так, это переключаться, точно. Инвентарь, буква С. У Ребекки у нас есть... Ух ты, ё-моё. А у Билли что у нас есть? Билли, 6 коктейлей Молотова, 7 записных лент. Это можем здесь выбросить. Да. Пистолет, патроны, коктейль Молотова. Нужен, не нужен, когда мы будем его использовать, я даже не знаю. Наверное, оставим, пускай здесь лежит. Так, выбросить. Да. А чем мы возьмем? Так, это мы Ребеккой. У Ребекки у нас что лишнее? Не, у Ребекки у нас уже лишнего ничего нет. А, это у Билли ничего нет лишнего. Или Ребекка, или Билли. Подожди, это у Билли у нас только пистолет и патроны. У Ребекки у нас есть гранатомет. Давай мы его Билли отдадим. Обменять. На пистолет, а пистолет теперь обменять вот сюда. Вот так. Что-то как-то, ну, не совсем все понятно, ладно. Патроны для гранатомета обменять на пустой слот. Блин, почему? Обменять на пустой слот. Все. Вот. Вот так. Всё, порядок. Теперь одна травинка пускай остается. Короче, вот все бы неплохо в этой игре. Единственная проблема, не хватает слотов. Как я могу таскать все с собой? Экипировать. Блин. Стоп. Я что-то не понял. Сейчас я управляю вот Ребеккой, да? У нее у нас... гранатомет. Я хотел наоборот гранатомет отдать Билли, пускай он мужик, пускай таскает, он крепкий мужик. Так, гранатомет обменять на пистолет. Теперь пистолет этот обменять вот так на траву. У Билли у нас и патроны для гранатомета обменять вот так. Все, порядок. Все, у Ребекки у нас получается. Ребят, всем привет, кто там подходит. Пишите в чат, чтобы я хотя бы примерно понимал, кто у нас присутствует. Так, теперь все хорошо, бегаем без оружия. Нужно хотя бы экипировать и тому, и второму. Вернее, одному, и второму. Так, обменять. Блин, не то. Обменять. Вот так. Это все Билли отдать. Так, у Ребекки есть пистолет, патроны
и трава. Убили, у нас есть пистолет, гранатомет и всякое такое. Все хорошо. Это экипировать. Переключаемся на Билли. Пистолет экипировать. Оставим 30 пустых слота, чтобы всякую дрянь туда складывать. Все, вроде бы разобрались. Нужно вспомнить, на чем мы остановились. Я нахожусь в главном поле, или как его назвать, зал. Мне нужен конференц-зал. Это вот сюда. Поднимаемся. Лево руля. Что у нас там с весами? А, весы еще до сих пор не налажены. Здорово, ёпта, Сироп. Привет. Так, тут надо все-таки разобраться с этой ерундой. Видите код? 0А. Окей. 0А. 0А. Я так понимаю, стоп. У нас есть в прошлый раз файлы. Где оно там было? Вот. Стихотворение, не дай бог такое стихотворение, как там было. Так, нет, не тут. Где-то были какие-то файлы. Короче, мне проще в телефоне глянуть, реально сохранить. Вернее, это я же фотографировал, что мы там записывали. Так, 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 так. Где это? Галерея. Вот. Фотография 0А. 0 у нас от входа получается с самой правой стороны, а А второй ряд от центра. Короче, пускай здесь полежит. Сейчас мы, короче, как-то нужно от входа сориентироваться. 0 это у нас вот эта вот кнопочка. Опа. На Ребекку мы переключимся. Это вот это. Нет, что-то как-то не так работает. Энергетик пьешь. Смотри, не злоупотребляй энергетиком, потому что нездоровая эта вещь. Я что-то не понимаю. О! Мониторчик загорелся и отключился. Короче, нам нужно одного здесь оставить. Теперь соло будем играть. Так, Ребекка, ты тут оставайся. Переключаемся на Билли. И, если не ошибаюсь, вот эту кнопочку. Нет, не эту. Стоп, если это у нас... Стоп. Тогда вот здесь вот где-то у нас, по идее. Или это? Вот. Переключаемся на нее. Вот так. Все. Раз в год пью. А, ну раз в год, в принципе, не страшно. А что ж такое? Силы покинули. Энергии не хватает. Шикарно. Теперь у нас все двери открылись. Нужно обратно соло. Вернее, это командная. И пошли исследовать новые просторы. Сейчас, секунду. Я сам, честно говоря, еще не особо выздоровел. Поэтому. Не то, что не особо выздоровел. Нос заложен. Кое-как там его прочистил перед стримом. Ну, в принципе, нормально. Вчера проснулся, вообще кошмар. Горло болит, першит так. О!
Чувак, ты чё спишь? Ты не видишь, там монстры ходят, зомби. О, порядок. О, монитор ТВ. Ку-ку! Привет! Добро пожаловать! Так. А куда это мы попали? Что это у нас тут такое? Есть у нас справа комнатка. И слева комнатка. Начнем с большой справа. Вот она. Привет! Как жизнь молодая? Как здоровье? А то мы что-то тут сиропом немножко заболели. О, патрончики. Пригодятся. Дальше что тут у нас есть полезное, интересное? Шахматная доска. Похоже, партия завершилась матом. Кто-то матом закончил партию. Это пошло, но все. Эти шахматы. Пи-пи-пи. Кто-то матом закончил. Понятно. Очень полезно. О, а что это за дверь такая на балкон? За окном виднеется широкая водная гладь озера. Очень полезно. Гранатами. О, стоп. А, это лента. Ой, на камень столько ленты, а? Ладно, пускай. Переключаемся на Билли и берем патроны для гранатомета. Чем заболели? Да я простыл, видно. Вот знаешь, сижу в комнате, душно. Особенно во время стримов. Ну реально духота. Хочется открыть на улицу окно. Вот, наверное, посидел с открытым окном. А, вот оно чё. Тут пол сделан как шахматная доска. Да? Да. Скорее всего, мне нужно эти шахматы расставить, так как на доске. Итак, чего тут у нас? Тут одна хрень. Тут клац. Не, ну... Нужно запомнить. Понятно. А тут что у нас? Хоп. А, одна только фигура не на своем месте. Элементарно. Давай, пхни ее. Так. И сюда. Я книжку с названием «Зло» нашел. Зло. Интересно, если отодвинуть фигуру, закроется этот стол? Я не могу взять эту вещь. Вот зараза. Ладно, давай на Ребекку переключимся. Билли, пока постой тут в сторонке. Ребекка. Вот Ребекка возьмет книжку, она любит читать. Взять предмет? Да, конечно, взять. Погодите, здесь что-то еще есть. Что там еще есть? Дневник Маркуса 1. 4 декабря. Наконец-то мы его синтезировали, новый вирус. Мы назовем его прародителем. Я хочу взять его с собой как можно скорее, начать детальное исследование. Ты на PS играешь? Нет, ну на ПК, на компьютере. У меня нету PS. 23 марта. Мой партнер Спенсер подал идею основать компанию. Похоже, что ж, пока это не мешает изучению прародителя, я не против. Пускай делает, что хочет. 19 августа. Спенсер открыл учебный центр и предложил мне его возглавить. Не знаю, почему этот человек становится слишком назойливым своим детищем. Короче, ладно, тут история 30-я. Нет, реально все... Вы издеваетесь? Бесполезно, не могу надеяться на дальнейший успех, экспериментируя на морских свинках. Понятно, на людях надо экспериментировать, да? Да ничего себе.
Там, правда, в конце что-то было такое вроде как полезное, но я не заметил. Ладно, если что, перечитаем, если понадобится. Нет у меня PS, а вот ПК есть. Все, тут больше, по идее, ничего нету. Мы взяли какую-то бесполезную книжку. Ну все, пошли вот сюда, в эту серую комнатку. Еще одна осталась неизученная. Где она там? Да, все правильно. Вот эта дверь. Посмотрим, что у нас за ней. Так, 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 так. Старое разбитое зеркало. Вы не видите даже свое отражение. Ну, не вижу, да и не надо. О! Откуда они тут взялись? Вообще не было ни звука, ни духу. Не эти. Так, порядок. Сколько лечебных спреев. Сколько для проведения осмотра. Все просто не в крови. Ух. Да. Сейчас у меня... RX видеокарта стоит. Записи участника первой исследовательской команды. Мы обыскали комплекс и обнаружили часть уцелевших химикатов. Они как пола... Что это такое? Что это у меня монитор выключился, включился? Они, как и полагается, хранить в специальных баллонах. Мы только что начали изучать этих... их детали пока не ясны. Короче, бла-бла-бла. Что там у нас? На обратной стороне что-то написано. Красный плюс синий — серная кислота. Зеленый плюс красный — синтезирующее вещество. Понятно. Красный — синий, зеленый — красный. Короче, красный — синим, красный — зеленым. Синтезирующее вещество. А на кое оно мне нужно? Стерилизирующее. Стерилизирующее вещество. На кое оно мне нужно? Кислота и вещество это. Матьё так. Что тут у нас есть еще интересного? Похоже на какой-то химикат. Засыпать его в набор для смешивания? Чё бы нет. Давай засыпай. Вы засыпали зеленый химикат в набор для смешивания. Ага, нужно еще красный химикат найти. Что тут есть еще интересно? Так, стоп. По ХП. У нас, внимание, только у рыбаки, да? Ну, давай возьмем баллончик этот, скушаем. Использовать. Использовать. Отлично, отлично. У всех все отлично. Синяя трава, на кой она сдалась. Интересно, могу смешать? На потолке лежат различные лекарства и мединструменты. Все они произведены амбреллой. Опа. Синяя трава. Ну, давай возьмем, посмотрим, что можем с нее сделать. Скорее всего, смешать, как и везде. Смешать. Вот. Порядок. А, стоп, книга. Осмотреть. Открыть? Да. Вот оно, крыло. Крыло этого, как его, черта. Короче. Которого не хватает статуэтки на весах. Все, нашли. По идее, весы мы можем уже использовать, уравнять.
Так, 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 так. И что у нас? Куда мы? А, там тупик. Но у нас еще открылась куча других дверей, которые были закрыты. Можем их проверить. Правда, я не помню, где они уже находятся. Давай карту откроем, посмотрим. Вот у нас есть закрытая дверь. Я не помню. А, здесь элемент воды или что-то такое с водой связано. Тут у нас какая-то... Вроде как сюда можем пройти. Здесь мне... Здесь я еще не был. Опа, а это что такое? Подожди, где я поставлял кучу всякого? А, это возле поезда. Точно. Ты смотрел фильм «Третий лишний»? Что-то знакомое, честно говоря, я не помню. Напомни мне сюжет, я тебе скажу, смотрел или нет. Но что-то знакомое. Ладно, давай, короче, избавимся от этого крылышка, пока тут недалеко. Ставим. Туда, куда нужно. Вот оно. Убрать статуэтку, да? Да. Вот так. Теперь мы приделаем ей крылышко. Смешать. Смешать. Не соединить, а смешать. Честно, я не знаю, насколько мне хватит. Мне почему-то очень жарко. Так, стоп. Да понятно, понятно. Давай эту статуэтку сюда ставь. Использовать. О! Чудесно. Красота какая. Итак, а теперь я куда хотел? Блин, вот неудобное тут управление. На эту кнопку карта. Кто придумал карту на Q? Вот еще. Я не помню, какие двери открыты, какие закрыты. Как, куда мне бежать? Мы можем сюда сбегать. Но тут, по-моему, что-то символ воды был какой-то. Сюда я даже вообще не помню, как сюда добраться. А, точно, по ступенькам вот так. И что это такое? Не знаю, ладно, разберемся. Давай решать вопросы. Блин, проблемы по мере поступления. Где картина опустилась? Не здесь, вот здесь, по-моему. Картина опустилась, и там подземный ход. Ну, по количеству матов я не люблю судить фильмы по угарности. Фильм, можно сказать, для 18-летних и старше, там много голых сцен. Ну, честно. Тихо. Вот это паучок. Хотел бы, чтобы у тебя были такие пауки. В квартире там или в доме. Стреляй! Отбили, блин. Упырь ты, я не пили, а? Меня тут пауки едят. Он ходит тут как мебель. Я тебя что, для мебели таскаю? Ну что ты стоишь, придурок? Я понимаю, что я сам хорошо справляюсь, но в то же время мог бы и пострелять. Так, направо у нас дверь закрыта, налево у нас дверь открыта. Закрыта. Ну и хорошо. Одной проблемы меньше. Здесь у нас открыто. Так, что тут у нас есть? Список заключенных исправительного учреждения. Мэтью там такой-то так мертв, утилизирован, мертв, утилизирован. Savage K. Переведен в исследовательский комплекс. Переведено в исследовательский. Ну, короче, кого-то утилизировали, кого-то переводили.
Переведенные люди должны быть удалены из отчета. Получил список заключенных. Как раньше жили без него, без этого списка? Патрончики. Цветочки, это хорошо. О! Печатная машинка сохранится, да? Пожалуйста, не выключайте. Это хорошо, уговорили, не буду выключать. Так, Ребекка Холл, перезаписать, да. И на кой я сделал 15 этих записей разных? Мог бы в одну ячейку все сохранять и все. Комната наблюдения. Ну, теперь хотя бы знаю, где я нахожусь. Лента, да. На кой мне столько там цветочков? Чё, больше нет ничего? О, стоп. Вентиль какой-то. Нет, не нужен. Печатная машинка, ключи, цветочки. Нет, не нужен мне цветочки. Давай-ка посмотрим. Ага, вот сюда еще в дверь можем зайти. Что у нас тут? Пламя загадочно мерцает в воздухе. Прикольно. Тут непослушных хранили. Вернее, держали, хранили. Понятно. Мне нужно попросить Билли, чтобы он меня туда подсадил. Потом. Оно закрыто. Окно закрыто крепкой металлической решеткой. Вы не сможете ее убрать. Ну, не смогу и не надо. Больно нужно. Так, Билли. Большая вентиляционная шахта. Ребекка сможет достать до нее. Став на плечи Билли. Подсадить Ребекку? Да. Давай избавимся от нее. Запхнем в шахту, пускай там сидит. К вашим услугам. Давай внутрь уже. Вот так тут. И закрыть за ней решетку, чтобы обратно не вылезла. Нет, сквозняки это, конечно, хорошо. Вернее, нехорошо, но... Сидеть в духоте еще хуже. Сейчас, секунду. Так. Итак, что тут у нас есть? Это устройство для пыток. Шипы покрыты старой вышедшей кровью. Стоп. Холодное оружие. Ну или какой топор. Так, какой-то этот. Какой-то прибор или как его там назвать. Лишь какие-то кнопки. О. Пиписька какая-то. Регуляторы напряжения. После недавнего удара молнии вышел из строя регулятор питания. Если бы бойлерная не была подключена к этой же сети, никто бы и не обратил внимания. Нападение напряжения. А, я понял. Здесь я выставлю сейчас напряжение, и в бойлерной, там где горячий пар был, он отключится. Все оборудование находится в плачевном состоянии. Его приходится постоянно чинить. Если вам необходимо срочно выйти, поставьте стрелку индикатора на 70. Только сперва убедитесь, что все подключено в сеть. А как я узнаю, что все подключено в сеть или не все подключено в сеть? Кто его знает? Это куда дверь? Она закрыта. Понятно. Закрыта. Ну да ладно. Короче, вариантов у нас нет. Осталось убедиться, что все подключено в сеть. И выставить на 70. Напряжение в помещениях. Управлять панелью? Да. На кой 70? Ведь сейчас стандарт 220. У нас, во всяком случае. Так, переключить первый тумблер. Вверх, вниз. Отмена. Первый тумблер. Опа, напряжение поднялось. Второй тумблер. Вверх. Так, 50 напряжения. Опа, зашкаливает. Четвертый. Вниз.
И последний вниз. Ого. Что-то не то. Сейчас будем экспериментировать с этой панелью. Первый тумблер. Да кто его знает, как его? Вверх. Второй. Вверх. Третий. Вниз. Четвертый. Вверх. Блин, не хватает. И пятый. Вверх. О! Ты смотри, да я гений вообще. Откуда я знал? Ой, дверь открылась. Еще где-то дверь открылась. Да, вот этот пар, про который я говорил. Все. Теперь столько дверей открылось, что я даже не знаю. Зря тратите время. Кто говорит-то? Я уже облюбовал эту территорию для себя. А вы на нее вторглись. И так просто я ее не отдам. Он какой-то макаку на нас спустил. Обезьянка чи-чи-чи на базаре, как там, продавала кирпичи. Это просто бессмысленно. О, кино. Ты в самом деле веришь, что этот чокнутый парень тот, за кого себя выдает? Невозможно. Но все же, если он не врет, Амбрелле конец. Если всплывет старый заговор против Маркуса, то карьере Спенсера придет конец. Да и нашей тоже. Так что, время пришло. И что ты собираешься делать? Я просто скажу Амбрелле прощай. Созданное антивирусом биооружие практически готово. Нам лишь осталось собрать боевые данные. Ты что? Серьезно? Я не брошу свое дело. Исследование антивируса закончено, но мне нужно время для завершения более мощного G-вируса. G-вирусы. Делай, что хочешь. А я, как и планировала, заманю отряд Старс в особняк. Их превосходная боевая подготовка сделает из них идеальных испытуемых. Хорошо. Но с тем психом тоже надо что-то сделать. Помнится мне, в подвале этого центра расположена система самоуничтожения. Я найду ее, включу, и от этого места не останется камня на камне. Я не удержусь. Отпускай, бросай. Переключаемся на Билли, да? Я вот здесь. Да, получается, а мне нужно куда? А, мне сюда нужно. А нахожусь я хрен знает где. И как мне туда добраться, кто бы знал. Через вентиляцию я не смогу, это мне нужно обратно бежать. Не знаю куда. Ага, сейчас. Виси там. До Нового года найду тебя. Так, макака тут у нас. Привет, кот ученый. Так, блин, я не знаю, куда тут бежать. Как, куда? Ну, выбегу. Мне нужно вот сюда. У меня нет карты этой местности. Как я без карты туда должен добежать? Ладно, зато я знаю, где-то там открылась дверь одна. Так, обезьянка. Вот нашла время кататься. Иди отсюда. А если мы ее... Сейчас. С. Гранатомет. Экипировать. Вопросы?
Все, растаяла. Испарилась обезьянка. Привет, кот ученый. Как ты? Как дела, как школа? Или где вы там учитесь? Так, вот дверь открылась у нас. 100%. Может быть, мне сюда и нужно? Так, что у нас здесь? Канистра, куча патронов. Давай, Ребекка подождет. Ребекка, Ребекка, лут никто не отменял. Так, теперь пистолет. По-моему, этот чувак шевелится. Да, что-то есть такое. Нужно его застрелить. Куда встаешь? Лежать. Я не могу открыть шкафчик, дверца сломана. Так, патроны для дробовика. Не нужно. Да бегу, бегу. Держись, Ребек. Держись, держись. Сейчас. Опять эта хрень. Ого! Пошли вон! По-моему, бил закрыл тут. Да отцепись ты! Стоп! Экипировать гранатометы срочно! Срочно всех расстрелять! Да, по очереди, а? Да чё? Здоровье до сих пор отличное, это вообще не знаю как. Как так? Так. Отгранатометил всех. Так. Стоп. Это комната в яме, где-то она там висит. Вы видите Ребекку внизу, похоже, она может упасть в любой момент. Вы должны спасти ее, пока не стало слишком поздно. Ну, а как спасти-то? Вылазь оттуда! Ребекка! 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 Мы за тебя! Как тебя спасти? Какое-то устройство для пыток. На дне колодца есть вода. О, как там, Ребекка, пить хочешь? Я воду нашел. А вот как тебя спасти, понять не имею. Че у тебя есть? Могу стрельнуть с гранатомета, если он тебе поможет. Так, дай-ка подумать. О, можем что-то зарядить, к примеру. Мешать с этим. А как же ее спасти, чем ей помочь? Прикольная музыка. Музыка прикольная. Смешать. О, ну, что я могу сделать? Могу патроны зарядить в оружие. Дальше я еще не придумал, что делать. Так. Бил, помоги, бил, помоги. Бил, помоги, бил, помоги, бил, помоги, бил, помоги. Цепи есть, там что, и клетки какие-то, какое-то устройство для пыток. Шипы покрыты. Все понятно, все это хорошо, все ясно. Давай. Электрический стул. На нем много следов от когтей. Давай сейчас этих обезьян свяжем. Блин, как тебе помочь? Похоже, она может упасть в любой момент. Вы должны спасти ее, пока не стало слишком поздно. Как? Ничего особенного. Так, Ребекку я нашел, а вот как ее спасти-то? Ребек, лови! Сейчас тебя спасу. Блин. Не, ну как бы смешно-смешно, но... Ребек внизу. Да, понятно, понятно, ладно. Давай как-нибудь придумаем. О, веревка какая-то лежит. Петля, веревка или... Бил, помоги!
Ох, кто в курсе, как помочь Ребекке, как ее спасти? Так, что у нас здесь? Походу, Ребекка обречена. Как же ее спасти? Давай подумаем. Тут у нас дверь была, вот сюда мы зашли. Прям здесь она... Но мне надо как-то вниз спуститься. С. Тут же вроде как не было никакого спуска, ничего. А это что такое за квадратик? Может, лестница? Так, мне нужно как-то зайти с... какую-то дверь. Ну, убегать и по ступенькам здесь подниматься. Загугли. Некогда. Ребекка может сорваться в любой момент. Надо... Так, она вот здесь. Давай что-то здесь вот проверим. Может, как-то я там не все осмотрел. Может, где-то там есть лестница, яма, в которую нужно спрыгнуть. О, стоп. Карта. Я нашел карту. Хоп. Ага, это аж хрен знает где. Это... Я не знаю даже где это. Ага, как будто что-то понял. Так, я здесь нахожусь. Ребекка вот здесь висит. Но явно мне нужно отсюда уходить и куда-то бежать, непонятно куда. Очень далеко. Выходим на улицу и смотрим. Вы взяли карту учебного центра. Я понял, хорошо, спасибо за карту. Билл, помоги, Билл, помоги. Билл, помоги. Бегу, бегу, бегу. Кстати, во вторник планирую в Фазмофобию играть. Так, теперь карта. Так, предметы все спрятать. А где Ребекка? Где Ребекка? Ну эта карта, да, у меня она и была. Учебный центр. Подвал центра, вот. Хоп-хоп. Отсюда. Вот, я здесь вышел. И кто его знает, где я оказался. Учебный центр. Где я нахожусь? Вот. Я вот здесь вышел. А, вот, теперь я могу вот так пробежать и сюда вниз спуститься. Точно. Раньше я не мог, потому что пар здесь был, а теперь могу. Half-Life 2. Ой, да честно, не знаю, Half-Life. Когда он там будет? Будет или нет? Возможно, будет. Когда там уже дойдем до того, что больше играть будет не во что. Да, правильно. Вот сюда, налево сейчас выходим. Бегу, бегу! Почти нашел, как туда добраться. Вот, раньше я там не мог пройти, потому что пар. А теперь могу. Может быть, с этой стороны подвала?
Билл, помоги! Сейчас только добегаю, она клац упала. Вот, я уже почти на месте. Налево и направо. Направо, направо. Понятно. Так, ладно, мы сначала Ребекке поможем, потом с этими разберемся. Иди в очко. Вот, и тут Ребекка. Все. Ребекка! О, не, в последнюю секунду. Поймал. Держись! Я вытащу тебя. Ну, молодец, долго держалась. Я думал, все. Она Ребекке. Спасибо. Не благодари. Я держу свое слово. Мы ведь действуем сообща. Не забыла? Пик-пик-пик. Кто там? Алло. Это Ребекка, прием. Ребекка, это Энрико. Ты определила местонахождение Коэна? Прием. Коэна? Ребекка, ответь. Нет, сэр, не определила. Я продолжу поиск. Отбой. Ага. Ребекка. Как помоги, так бил. Мое первое задание, и я уже нарушила приказ. Отличное начало карьеры в органах правопорядка. Но я люблю тебя, серийный убийца. Все как в кино. Мне лишь нужно знать. Я хочу знать правду. Ты убил 23 человека. Я не убил. Лишь просто хочу знать правду. Просто так меня посадили пожизненно в тюрьму. Это было в прошлом году. Наш отряд отправили в Африку для вмешательства в гражданскую войну. Нашей целью было укрытие партизан, расположенное в глубине джунглей. Но укрытие оказалось далеко от места высадки. Кто-то умер от жары, а кто-то был убит врагом. В итоге выжило всего четверо. Только не было там партизан. О чем ты? Нас послали по дезинформации кретинов из штаба. Но с пустыми руками мы уйти не могли, о нет. Наш командир приказал атаковать мирную деревню. Ну как ни крути, ни верти, он все-таки их убил. Избавьтесь от них! Убейте их всех! И он убийца. Сэр, прошу вас! Прекратите огонь! Заткнись! Выполнять! Нет! Не надо! Стойте! И эти невинные люди были казнены? Неважно. Их уже не вернуть. Что было, то прошло. И еще, ты ж не винишь меня. Да, не виню. Но это важно. Слушай, мой отряд считает, что тех солдат в фургоне убил ты. Но я так не думаю. Это были те псы-зомби, так? Они атаковали фургон, но ты сбежал. Я права? Да, я их бросил умирать. У меня было только два выхода. Либо доложить морпехам и подписать себе приговор, либо убегать, куда глаза глядят. Вот и все. Ага. Билли, тебя ранили. Стоп, не это, не карту. Можем тут сохраниться. Для этого нам нужно переключиться на Ребекку. Ребекка, подбирай все, что плохо лежит. Ленту. Сохраниться, да, конечно.
Кстати, я сделал такую-то глупость. В прошлый раз, когда закончил стрим по GTA, я забыл то, что нужно было сохраниться. Тупо Alt F4 и все. Игру закрыл, а потом думаю, блин, там же автоматически не сохраняется, придется переигрывать все заново. Деревянный ящик, похоже, раньше в нем хранился порох. Понятно. Все ясно, понятно. Бегим обратно, кстати. Тут же ж обезьянки. Билли, помогай! О, Билли, молодец! Блин. Во, молодец, Билли. Что-то он мне не нравится, какой-то он. Так, давай это обменять. Вот так. Билли. Вот это использовать. Понимаю. Кстати, будет стрим по GTA? Да должен быть, никуда не денется. Смотри. Ну, короче, продолжаем все как всегда. До вторника. А во вторник я договорился с другим человеком, стример. Девушка, кстати. Вот, играем вместе в Фазмофобию. Но она, правда, профессионал по этой игре. В отличие от меня. Так что у нас будет как бы такое, ну, если ничего не случится, не поменяется, так сказать, забегая наперед, будет совместный стрим. Шесть душ, закованные в цепи смерти. Я король, мне ведомо все. Никому не вырваться из моей хватки. Тут что у нас? Мой острый ум способен победить даже величайшего из рогоносцев. Что за фигня? Короче, тут бла-бла-бла-бла. Вот, единственное, что-то... воздушном танце я хватаю свою безногую добычу. Какую безногую? Чё они? И что мне надо тут все сделать? К примеру, мой острый ум. А, это понятно. Змеи. Я так понимаю, мне сюда нужно будет что-то просто поскладывать. В эти чаши. Я твердо стою на земле, гордо рога мои обнажив. Ох уж, приколюхи, ладно. Будем разбираться дальше, куда там, что нам нужно идти. Здесь нам делать нечего, кстати. Вот там тут была лестница наверх. Еще у нас дверь закрыта где-то вот здесь. Но я так понимаю, она откроется после того, как мы разгадаем вот эту вот загадку. Вот дверь закрыта. Шесть душ закованы в цепи смерти. Разожги огонь жизни от душ слабых. А, я понял. В правильной последовательности мне нужно поджечь их. Это что у нас? Никакой хитростью не угнаться за моим гибким конечностями. Гибкими конечностями. Так, так, так. Гибкие конечности. Это, конечно, все очень хорошо. Орел. Олень. Да его знает, кто там из них слабый, в какой последовательности что поджигать. Ну, давай попробуем. А это что у нас? Змеи. И что они там написано? Скользя в тишине, обвиваю своих жертв. И ядом своих сокрушаю даже могущественных королей. А, змея, по идее, должна быть последняя. Могущественный король. Вот он, предпоследний. Волк, я думаю, на третьем. Вернее, предпредпоследний. Теперь осталось разобраться. Орел. Без многих жертв. Интересно, в какой последовательности нужно их повключать-то? Ну, вернее. Зажигалка у нас вроде как есть. К примеру.
Так, Билли. Давай вот так. Никакой хитростью не угнаться за моими гибкими конечностями. Ладно. Поджигаем. Опа. Теперь давай оленя. Твердо он стоит. Рога обнажив. Орел. Или я думаю, где-то должна быть подсказка. Не, можно, конечно, методом тыка. Вот. Теперь я думаю, волк. Вот он. Так как нельзя использовать? Вот. Не это, а вот это. Мне нужно использовать это сейчас. Да как так? Как так? Разделимся. Хорошо. Идем. Поняла. А, это Е, я понял. Так. Не, ну я сейчас волка. Аллилуйя. Что ж такое? Так, теперь. Короля и змею. Все, подождем. Там посмотрим, что будет. Все потухло. Понятно. Последовательность неправильна, нужна подсказка какая-то. Высоко на цепь, цепи смерти. Разожги огонь жизни от душ слабых. От самых слабых к самым сильным. Но где-то должна быть подсказка. Ладно, пока подсказку мы не нашли, побежали дальше. Что ж так душно-то, жарко, душно. Или вот здесь проверить, что у нас. Сюда зайти пока не можем, это хорошо. Пошли, вернемся назад. Отсюда я прибежал, а вот сюда я еще не ходил. Ага, вот оно где, получается. Я ходил. Кажется, я здесь был уже. Вот, и здесь нам делать особо нечего. Или есть что? Вот здесь. Нужно порядок, порядок. Так, вот здесь. Сложно. А может и не сложно. Не, бывает и похуже. Ой. Билли, твой выход. Ага, патроны закончились. Так, смешать. Так. Порядок. О, что у нас тут есть? Хилка у нас есть, ключик какой-то. Это ключ от чего? От шкафа. От какого шкафа? Так, спрей первой помощи.
Теперь я не понимаю, у кого у нас били. Отлично. У нее внимание. Использовать. Все, у всех теперь отлично здоровье. Ключ от какого-то шкафа. Теперь осталось шкафа найти. Где шкафа? Блин, опять я не знаю, где пельмени, где шаурма, где Сириус, где все мои ребят. Сейчас, ребят, одну секунду. Так, куда это я вышел? А, это я был вот здесь. От какого-то шкафа нашел ключ. От какого шкафа? Давай сверху посмотрим, что у нас тут. Прямо по лестнице. Панель управления. Нажать на кнопку по центру, правую, левую. Какая разница? Подожди, давай, отмена нажмем. Нужно. Ух, ничего себе! Вот это я удачно зашел. Так, закрыто. Стоп, а я же ключик взял от шкафа. Вот. Теперь шкаф открыто. Чемоданчик. Кейс из дюралюминия. Взять, конечно. И что это у нас тут? Что за кейс? Так, использовать? Нет, использовать не можем. Осмотреть. 385. Приглядевшись, вы видите надпись 385. Я понял. Как его? Ввести код, да. 3, 8, 5. Открыто. Не, ну, а зрителей? Лайки это, ну, знаешь, вот какая-то спасибо ребятам, хоть они забегают, нажали, да и убежали. Вот. А так, что-то зрителей маловато. Так, чё? Вы взяли запчасти для пистолета. Два прицела, два там чего-то того, чего-то вот. Соединив их с пистолетом, вы добьетесь значительного увеличения точности стрельбы. Отлично. Так, ну давай соединим. Блин. Смешать с пистолетом. О! Смешать вот так. Все, теперь у Ребекки есть чудо-пистолет. Патрончиков надо добавить. Смотри, сколько тут разного оружия, автоматов. Удалил нечаянно. Так, раз патроны. Два патрона. Что нас убили с патронами? 119, у Ребекки 150. Давай. Били. Тут патроны лежат, бери. И, наверное, Били лучше пистолет экипировать, а то мало ли гранатомет где-то пригодится. Вот так. Патроны для дробовика, я не знаю. Конечно, полезная вещь, но я ими практически не пользуюсь. Что здесь еще? Похоже, здесь ремонтировали оружие. Часть деталей отсутствует. Оно бесполезно. Ну, часть деталей, может быть, и отсутствует. А, типа, в каждом оружии часть деталей отсутствует. Ну да ладно. Пошли посмотрим, что там внизу нужно делать и какие кнопки тут нажимать. Так, тут что-то закрыто. Я вижу патроны, и тут закрыто. Ну,
Что за беда? А, можем по кругу оббежать. А, тут тоже закрыто. Вот зараза. Ясно. Ну пошли кнопки-то нажимать. Не знаю, че, зачем, как, для чего. Кстати, во вторник присутствуй, пожалуйста. Обязательно. Желательно всем как-то так сообщить. Так, нажать на левую кнопку. Ну давай на левую нажмем. Ага, я понял. Тут кто-то будет кнопки нажимать. Стоп. Подожди, Ребек, ты тут останься. Будешь... Нет. Правильно. Короче, соло. Вот так. Нет, Ребек, а тут остаюсь. А я с помощью Билли побегу там собирать весь лут. Так, куда-то что-то открылось. Ага, вот сюда могу пройти. Теперь переключаемся на Ребекку. Нажимай кнопку. Левую по центру. Слушай, не помогло. Другую кнопку. Ой. Господи, я сам в кнопках путаюсь. Давай нажимай. Левую по центру, правую теперь давай. О, отлично. О, там что-то есть. А судя по карте... Короче, мне надо понажимать кнопки, пока не откроется вот эта вот решетка. Там что-то можно подобрать. Не знаю что, но раз оно там лежит, значит, наверное, очень ценное. Так, переключаемся. Панель управления. Нажать на кнопку. Давай теперь по центру. Так, что там, помогло? Нет, не помогло. Другую кнопку. Извиняюсь за то, что приболел. Реально тяжело. Нос заложен. Как-то вроде бы перед стримом такое, знаешь... Взбодрился бодрячком, думаю, нормально все сейчас. Все равно закрыто. Блин. А, стоп, вот какая-то еще кнопочка есть. Нажать на кнопку, да. Боевая программа активирована. Какая боевая программа? Ой. Билли, походу, пришло время все-таки гранатомет включать. Вот так, вот так. Фу-фу-фу, выплюнь меня. Я невкусный. Все, вопросы. Ну, конечно. Конечно, с гранатометом каждый сможет, да? Так, что там у нас все-таки лежало? Ключ центра. Какого центра? Да ладно, потом разберемся. Какого центра? А сейчас пошли. Патроны где-то тут еще лежали. Вот они. Кислотные гранаты. О, кисленькая. Что-то на кисленькое потянуло, да? Так, кислотные гранаты. Все, Ребек, можешь уходить оттуда. Пошли. Кстати, Билли бы не мешало подлечиться как-нибудь, хоть чуть-чуть. А мне нечем его лечить. Соло командой. Ключ от какого-то центра мы взяли. Дай-ка подумаем. Здесь нам делать нечего. Все, уходим от Седова. Ключ от центра. Осталось теперь центр найти. Под ключ туда вставить.
Это скоро у вас там конец учебного чего-то там. У кого-то сессия, у кого-то экзамены. Подожди, экзамены в школе два раза в год или один раз в год? Или как они там проходят? Просто во время сессии там экзаменов этих хреново туча. Так, а что я хотел? Я карту хотел посмотреть, понять, где я нахожусь, куда мне бежать. Что делать дальше? Ага. Вариантов немного. Тут закрыто. Нужно отгадать, в какой последовательности поджечь эти огоньки, чтобы отгадать на Билле. У него только зажигалка. Теперь... Да кто его знает? Нужно подсказку где-то найти. Может, орел первый? Олень? Конь? Вот как я должен по вот таким вот каким-то дурным подсказкам найти, вернее, понять, в какой последовательности? От слабого к сильному. Никакой хитростью не угнаться за моими гибкими конечностями. Вот. Понятно. Дальше. Орел. Что тут у нас? В воздушном танце я хватаю свою безногую добычу. А единственное тут без ног — это змея. Вот оно что, смотри. Вот олень или лошадь, я, конечно, не знаю. Но орел должен быть последний. Змея предпоследний. Потом тигр или лев. Да у меня как-то, знаешь, насморк, нос заложен, чувствую. Горло, ну, немножко першит. Есть такое. Я вчера это проснулся, глаза открываю, это чувствую, горло болит так, глотать не мог. Но сегодня вроде отпустило. Это все сквозняки. Сижу в комнате, душно, жарко, открываю окно, оно сквозняки. Так, стоп. Значит, орел у нас последняя, предпоследняя змея. Потом идет лев. Или тигр. Ну, потом волк. Осталось разобраться, лошадь или олень. Кто его знает. Кто у нас слабее? Я думаю, сначала лошадь, так как она, в принципе, домашняя. Да, там. Поджигаем лошадь. От слабого к сильному. Теперь олень. Олень все-таки дикое животное, может быть сильнее. Так, поджечь. То есть, если орел хватает безногую добычу, единственное, кто здесь без ног, это... Так, теперь волк. Ну, вообще, это как бы царь зверей лев, да, там считается, но похоже на статую тигр стоит, а не лев. Вот так. Теперь змея. Змея любого может убить ядом своим, кроме орла. Вот так. И орел. Единственное, что может быть я перепутал, это олень и лошадь. Теперь поджигаем орла. Нет, неправильно. Значит, давай то же самое попробуем сделать, провернуть. Да, конечно. Давай теперь. Так, я твердо стою на земле. Ну давай теперь начнем с оленя. Сделаем то же самое, только в обратно. Вернее, олень будет первый у нас. Теперь лошадь. Или конь. Использовать. Теперь волк.
Хотя почему я орла? Так, волк. Теперь. Игорь. Змея. Кстати, в каком ты классе? Вот так, змея. А теперь орел. Может быть так? Нет, и опять не так. Не, ну я не знаю. Пошли искать подсказку. Когда уже я в шестом. Понятно. Я уже не помню, когда я в шестом был. Да, вообще школу закончил. Подожди. Я школу закончил в 2004 году. Ты сейчас в шестом классе. Ты примерно в этот момент появился. Теперь не рад. Да почему не рад? Рад, конечно, рад. Я всем зрителям рад. Вот. Дай-ка подумаю. Ну, цветочки это хорошо. А, кстати, мне ж надо было кого-то подлечить. Или кто там у меня, чего там, где там. Кто хромал, кто болел и кашлял. Внимание, у Ребекки у нас все отлично. Вот, у Билли. Билли у нас кашляет. Так, Ребекка, все в порядке? Давай, Билли. Цветочек кушай. Использовать. Использовать, скушать. Теперь. Ой, блин. Отлично, отлично. У всех все отлично. Ну давай. Пускай Билли еще один цветочек скушает. Так сказать, закрепить успех. Так, использовать. Использовать. О, травы наелся теперь. Все в порядке. Так, я нашел ключ от центра какого-то. Ну, у нас и вот эти главные ворота открылись. И все у нас открылось. У нас теперь вообще не осталось закрытых дверей. А не, одна осталась. Вот, вот эта дверь закрыта. Но я думаю, сейчас мы сбегаем сюда на главный вход. Исследуем. А это что у нас... А, да, да, я вспомнил. Кстати, интересно, тут закрыто что-то. То, что тут закрыто. Куда я попаду? Нет, мне туда не нужно. А, вот. Стоп, вот у нас еще открылось. Да, побежали вот сюда. То ли сюда, то ли не сюда. То ли сюда. Это я запутался. Это я вылезу. Нет, не сюда явно. И не сюда. Я заблудился. А, вот. Через второй этаж, через эту дверь. Я попаду как раз туда, куда мне нужно. Ладно, побежали тогда. Стоп. Там кто-то в зеркале. А, все. Это мы отображались в окне. Ах!
Блин, Билли, хватит стрелять с гранатомета. По мелким. Я на стримы не захожу, потому что все равно там никто не обращает на тебя внимания. Хотя можно просто посмотреть. Вот это нормально. Я понял. Не, ну у меня было такое. Я не мог просто на всех обратить внимание, когда было около 40 человек на стриме сидело одновременно. Но тогда я уж физически просто не мог на всех обратить внимание. Так, и теперь. А, сзади меня дверь. Выходим. Давай сейчас Билли вместо гранатомета, так как мало патронов осталось, один всего, возьмем дробовик ему. Вот он лежит, наш дробовик Билли. Это у нас выбросить, да. А дробовик вот этот... Возьми. Да возьми. Вот. Да. Побежали. Кстати, пора уже сохраняться, наверное, потому что давно не сохранялся. Сейчас заодно и сохранимся. И патроны вот здесь вот возьми. Да. О, еще патроны есть. Еще патроны? Ничего себе, сколько там? Я не могу взять просто. Надо было патроны для гранатомета там оставить. О, блин. Из-за того, что не хватает в инвентаре места, приходится без конца туда-сюда бегать. Так, вот так. Выброси эти гранаты. Выбросить. Да. Сейчас сразу облутаемся, все возьмем. Все, что надо. Да, иногда бывает обидно, когда сидишь в чате, что-то написал, а тебя просто проигнорировали, не заметили. Согласен. Не, ну если что-то уж важное хочешь сообщить, никто донаты не отмечал. Или не отменял. Так, вот, у Ребекки есть 10 лент записывающих и куча свободного места. Сейчас мы сохранимся здесь. Чатная машинка, да. Да, перезаписать. Не выключайте ваш компьютер. Но прям вот сейчас возьму и выключу, когда сохраняюсь. Так. Все, теперь... Короче, давай мы эту ленту здесь вот. Блин, я не могу оставлять здесь больше в этой комнате ничего. Ладно, тут есть где-то еще одна лента. Мы ее подберем. Я надеюсь, эти все пленки соединятся в одно и выкинуть ее здесь же. Да, вот 16 сохранялок есть. Так, какой использовать? Не надо жевать их. Выбросить, да. Интересно, как она собиралась использовать без печатной машинки? Так, одна травинка. Чего? Рублей? Да, я тебе могу сказать, столько рублей еще не напечатали, сколько ты нарисовал. Так, обменять, смотреть, смешать. Да, можешь столько рублей. Или даже можешь столько же донатов, только по одному рублю. Не, по одному у тебя не получится, там, по-моему, 5 рублей или 10 рублей минимальный. Вот. Все, справились. Теперь сохранились, все у нас хорошо, все у нас отлично. Нужно построить планы. А, налево бежать, точно. Я думаю, куда же я хотел? Вот сюда.
Нужно тут проверить, что у нас тут лежит. Обидно то, что... Знаешь, если я... Ну как... Если канал не будет раскручиваться в ближайшее время, то придется отложить стримы и оставить канал. Потому что как ни крути, ни верти, жить нужно. Деньги зарабатывать нужно. А YouTube, ну, если не раскручивается, или заняться вообще на YouTube какой-то другой деятельностью, что-то придется делать, менять. Несмотря на возраст, на ней нет признаков коррозии. Понятно. Очень полезная информация. Мост разрушен. Кромешная тьма. За обрывом только кромешная тьма. Слушай, почему сюда была дверь закрыта, если тут практически... А, нет, тут что-то есть такое полезное. Вот, то ли лифт, то ли что это такое... Стоп. Никакой реакции. Похоже, лифт обесточен. Я понял фигню. Нужно какую-то батарейку туда вставить. Батарейку. С канала уйдешь? Да, ну как я могу со своего же канала уйти? Канала не уйду. Канал-то и останется. Ну. Какие-то редкие видео буду выкладывать. Стримы оставить. Мне кажется, придется. Не, ну, есть еще... Еще не все потеряно. После Нового года на другой канал планирую перейти. Там в 3 раза больше подписчиков. Как зайдет, как не зайдет, не знаю. Так. Вот у нас, смотри, сколько получается комнат, где я еще не был. Осталось только придумать, как туда дойти. Ну вот, на втором этаже поднимаемся в эту комнату, спускаемся здесь по ступенькам, или поднимаемся, или спускаемся, и нужно вот это вот все облутать. Пошли, Билли, за мной! Сейчас у меня... На покупку игр уходит больше денег, чем прибыль с Ютуба. Опа, я вот здесь. Теперь. А мне сюда... А, вот, кстати, можем вот здесь проверить, что у нас находится. Ой, Билли, стреляй! Эй, что за тараканы тут? Теперь. Вот дверь у нас открылась. Здесь я еще не был. Нужно проверить. Так, бери патроны, пригодятся. Че это у нас? О, телескоп. Так вот он какой. Так, можем спуститься вниз. Или еще какая-то дверь есть. Дверь закрыта. Но нигде не видно замочной скважины. Понятно. Билли, давай за мной. Сейчас будем запускать этот аппарат. Что это такое? Кто бы знал. Так, чего тут у нас написано? На панели управления выгравирован следующий текст. Игру Террария. Нет, не знаю такой игры. При фундаментальных принципах Амбреллы. Подожди, я где-то это... Три принципа Амбреллы. Где-то я когда-то читал. Ну, и чё? А кнопочки нажать никак? Ну, наверное, никак. Нужно туда только что-то вставить.
А что туда вставить, если у меня ничего нет? Ладно. Делать тут нечего. Пошли, Билли. Нет, такую игру я не знаю. Даже не слышал. Нужно будет как-то запустить, может, завтра вместо GTA запустить, как она там называлась? Devour. Так, там нам делать тоже нечего, абсолютно нечего. Там тупик или ящик, который не двигается. Ну да, тут ящик стоит, который нельзя двинуться, здесь тупик. Делать нам нечего. Спускаемся вниз по ступенькам. И бегим вот сюда. Ой, вернее, не туда. Но вариантов нет, все равно по ступенькам вниз. Тут тупик, тут дверь закрыта. А, стоп, у меня же какой-то ключ есть, которого не было раньше. Ключ, походу, убили. Похоже, я не помню точно. Господи. Когда у меня нос этот пройдет, а? Так, да. Убили этот ключ. Убили. А ну, давай попробуем. Подошел, использован ключ центра. Кажется, этот ключ вам больше не нужен. Выбросить его? Да, выбросить. Давай, стреляй. Ноги. Ноги ходячие, текай. Ой, теперь куча пьявок ползающих. Ой, ты аккуратнее, ты вернее. Вместо... Ребят, секунду. Так, стоп, как тут на паузу поставить? Сейчас, одну секунду. Салфеток нужно было подготовить. Сижу. Чувствую, что-то помокрело под носом. С носа потекло. Так. Пока что. Стоп. Откуда я пришел? Не знаю, что-то тут как маленькая комнатка. Но миллион дверей. Надо подумать. Ну да, 4 двери. Я пришел в это отседово. Начнем отседово исследовать. Вот сюда. Не выдержал и ушел. Да я почувствовал, у меня раз и под носом потекло. Я прикинул, вернее, глянул, у меня салфеток не приготовил. Так. Ага. Комната, исследуем. Что тут у нас? Когда-то в этих документах содержались фотографии и иллюстрации, но за давностью лет от них ничего не осталось. Сгнили, струхли, понятно. Ничего не осталось. Ой! Джилл, текай! Он все-таки лопнул. Так.
Так, что у нас там по здоровью? Ой, убили уже опасно. Так, тихо. Вот так. Жди, обменять. Билли, на, держи. Лечись. Теперь вот так. Билли, это использовать. О, теперь убили. Отлично. Рыбаки опасно. Так, стоп. Похоже, кто-то пользовался этим оборудованием совсем недавно. Ну и чё? Мало ли кто там во что играл. Так, чё-то тут блестит есть. Рукоять от тисков. Взять её, да. Так, внимание. Да, хватит, чё-то... Давай, стреляй. По всем стреляй. Так, рукоять от тисков мы взяли, это хорошо, пошли отсюда. Стоп, вот тут еще экранчик. Нет, ничего полезного. Пошли отсюда. А то сейчас сожрут. Полностью школу прошел, да? Все 11 классов закончил. Я тебе могу сказать, это только детские вот, ну, мечты. Закончишь школу побыстрее. Не представляешь. Чем быстрее ты ее закончишь, тем раньше у тебя начнутся взрослые проблемы. Пока ты в школе... Так, бутылка пустая, нам не нужна. Пока ты в школе учишься, у тебя вообще проблем нет. Единственная проблема, не разрешает делать то, что хочется. Но это не проблема. Пианино покрыто пылью, но похоже на нем можем поиграть. Играть на пианино? Да. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка. Я тебе могу сказать за свои... Нет, взрослые проблемы с 18. Нет, с 18 ты начинаешь отвечать за свои проступки и дела. Вот. Но проблемы у тебя начинаются, когда ты школу заканчиваешь. Школу хочешь, не хочешь, закончишь. Заставят закончить. А потом тебе надо будет куда-нибудь дальше пойти учиться. Так, что-то я нашел. Магнум, патроны для магнума. Короче, я так понимаю, их нужно 100% взять. Ребекка, бери, пригодятся. Давай буду Ребекка управлять. О, батарейка, вот. Взять, да. Пускай Ребекка у нас сильная, пускай все тащит. Не понял. Че, дверь закрылась? Так и не прошел. О, Сергей, привет, Анатолич. Так и не прошел эту часть? Нет, еще не прошел. Профессия. Я тебе могу сказать, кем я только не работал. Я все перепробовал. Начинает... Ну, в 16 лет, когда подрабатывал даже грузчиком на рынке, было такое. Ну, так, шабашка, так сказать. Меня особо не напрягали. У знакомой нужно было там то-то-то. Вообще-то работал и... Супер, вернее, это торговым представителем. И мерчендайзером по супермаркетам, по випам, по области, по городу, по рынкам, по магазинам. И продавцом-консультантом в супермаркете, и в строительном супермаркете. Ну, короче. Хоть я заканчивал, да, компьютерные науки, там, факультет КН. Компьютерные науки. По идее, должен быть программистом или айтишником каким-нибудь. Нет, айтишником я не стал.
Ну, что-то как-то не захотелось. Не получилось, наверное. Не понял я свое время. Ну и забросил это дело. На полках лежат разнообразные изысканные вина. А, Сергей, ты про себя, Анатольевич? Сергей Анатольевич, я про себя говорю. Я понял. Проблема моя в том, что... Да, сундуков, реально я согласен с тобой. Тут сундуков катастрофически не хватает. Приходится, во-первых, не все подряд подбирать. А половину вещей вообще где попало разбрасывать, бросать. Согласен, согласен. Так, подожди, я не понял. Это, конечно, все очень хорошо. Отсек для батареи. Я могу, конечно, вставить батарею, дверь откроется. А как быть тогда? Вот не задача. Да, тут реально согласен с тобой, катастрофически не хватает этих сундуков, как в классическом резиденте. Так, ну что, вариантов у нас нет, вставляем батарею. И дверь открылась. Надо то ли чем-то заблокировать эту дверь. А ну пошли, Билли, пошли за мной. Нет, стоп, я думаю, вряд ли. Хотя в прошлый раз я поиграл на пианине, да? Пианино. Играть снова. Нет необходимости играть снова. И дверь открылась. То есть, если я оставлю какого-то чувака, то ли Билли, то ли... Нет, пускай Билли остается тут. Соло. С помощью этой Ребеккой. Зайти туда вовнутрь, взять аккумулятор. Билли поиграет обратно на пианино. Дверь откроется, может быть так. Когда учишься в школе, проблема... Это не проблема. Понял уже. После школы... Добро пожаловать в начинающую взрослую жизнь. Когда за тобой еще бдят, следят, а ты думаешь, ты взрослый, ты все знаешь, а тебя никто не понимает. Так, играть на пианино? Да. Вот. Интересно, где Билли учился играть на пианино? У меня стоит пианино, кроме брынь-брынь, ничего делать не умею. Бэк, вылазь оттуда. Дай бог здоровья тебе, Билли. Спасибо. Хорошо играешь на пианино. Давай, побежали дальше соло. Интересно, на кой мне сдалась эта ручка домкрата? Да в каждом резиденте свои приколы. Но, честно... Я вообще, вот какие у меня планы? Перепройти полностью всю серию резидентов. Ну, кроме там каких-то таких, вот не особо интересных. Короче, пройти эту часть, потом пройти первую часть. Потом вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. Ну, короче, все проходить. Но о том, что существует эта часть, 0, да, Resident Evil 0. Я узнал только, когда появилась у меня идея перепройти их всех. Поэтому пришлось скачать. Я вообще не знал то, что она существует, эта часть. Так, тихо. Стоп, а куда мне тут? О, побежали, вот здесь я еще не был, да? Да. Дайте могу сказать, ну, я не знаю, даже, наверное, в 25 лет особо и не поумнел. Амбиции перли во все стороны. Так, Билли, а ты где? Че он тут остался?
поумнел, наверное, уже ближе к 30. Вот тогда уже какие-то мысли начали появляться. Так. Команда. Вот так. Да, сам. Еще и каким оболтусом. Это хорошо. Что у нас тут? Ага. Вот какая-то комнатка. Ну давай, исследуем раз. Что тут? Так, что-то Ребекки наша не очень хорошо держится. То ли почку, то ли печень прихватила, за бок держится. О, как. Синхронно. Всех расстреляли. У нас на столе лежат разные инструменты и измерительные приборы. Очень хорошо. А ты, Сергей Анатольевич, откуда сам? Сколько лет? Где учишься или учился? Ага, без нее тиски не рожать. Так, рукоятка у нас где-то присутствует. Вот она. Использовать чисто случайно нашел, взял, подобрал. Давай крути. Вот, это первая хрень, которую нужно будет туда вставить. Еще таких две где-то нужно найти. Так, забери ты ее. Клип послушания. Я не помню, где-то в какой-то записи у меня было написано, в какой последовательности идет лозунг этой амбреллы. Так, вроде как патроны. Давай возьмем. Пригодятся. Все? Больше нет ничего интересного. Да, тут все обошли. Проверили. Тиски рожали. Выходим. И еще вот осталась комнатка. Да, согласен, немножко они отошли. Я почему, знаешь, вот у меня есть мысль пройти, ну ладно, эта часть такая, как есть, только в HD качестве. Что делать с третьей частью? Я не хочу, я играл, недавно вышел, да, там, Nemesis, третья часть, Resident Evil Nemesis, третья часть, новая. Вообще, ну не то. Классическая же она была совсем другая. Я хочу пройти классическую. Пусть графика будет в таких вот пикселях. 3 пикселя на весь экран. Но зато хочу пройти классическую часть. Не знаю, как она на Sony PlayStation, на ПК вроде как... Да вроде тоже есть версия. Мы с тобой примерно одногодки, понятно. Работу не обсуждаю на ютубе. На хлеб с маслом хватает, я понял. Ну, это хорошо. Так, пряменько, прямо бежим. А, Сергей Анархия. О, так, это... Как там тебя? Ребекка, бери. Кушай. Использовать. Опа. Все. Теперь все здоровы, все счастливы. У всех здоровья хватает. Патрончики. Вот, цветочки. Так, а что у нас тут места хватает? Ой, стоп. Инвентарь. О, как раз два местечка есть. Килку можем изготовить. Так, еще красненький цветочек. Интересно, что делали на этом столе? Так, смешать с этим. Отлично.
полусыпан фрагментами костей. Вам интересно, нечеловеческие ли они? Пистолет. Вообще не интересно, человеческие или не человеческие. Извини, что так прочитал. Сергей, анархия. Почти все оборудование выглядит изношенным. Некоторые приборы давно покрылись ржавчиной. Понятно. И че я сюда пришел вообще? Скорее всего, тут что-то должно быть ценное, интересное или полезное. Различное лабораторное оборудование, ничего интересного. Не, ну странная конструкция. Так, что это у нас за... Такое помещение, такая комната, как будто здесь что-то должно ценное лежать, полезное. А тут абсолютно ничего интересного нет. Да, согласен, там не тот, не Мезида. Да и как-то я его прошел, ну, даже третий ремейк, ну, такое. Классическую версию, признаюсь, я перепроходил раз... Ну, раза 4-5, наверное, точно. А первый раз, когда мы проходили, это вообще было что-то... Я еще тогда в школе учился, я не знаю, какой год это был, но... Ну, наверное, где-то 2001, наверное, или 2002 год мы проходили Resident Evil на Sony PlayStation. Со школы пришли, и к однокласснику у него было Sony PlayStation и диск с этой игрой. Да, умри ты! Ой, Билли, текай оттуда! Как? Жив-здоров? То вроде жив-здоров. В какую дверь нам нужна? Кто его знает? Вроде как вот эту. Короче, как мы ее проходили? Сама версия игры была абсолютно... Там полу-японский, полу-английский язык. Ни одного русского слова. Что-то с помощью словаря переводили, пытались пройти. Ага, выходим сюда, прямо и... Какую-то часть проходили с помощью словаря. Ну, некоторые загадки решали. Некоторые загадки... Диск мы взяли у одноклассника. Так, давай, где там этот Билли наш застрял? Одноклассник каким-то чудом прошел ее с другим другом. И мы приходили в школу, спрашивали подсказки, как пройти в той, там или там, как пройти то или то, как собрать тот или тот ключ. И так тут каждый день приходили в школу, спрашивали у одноклассника, как пройти дальше. Потом приходили, интересно то, что у него не было карты для того, чтобы сохраниться. И каждый раз мы начинали перепроходить все заново. Доходили до какого-то момента и шли дальше. Да тогда не, мы не понимали, тогда еще ни у кого компьютеров не было. Но это был, ну, 2000 год, там, может, 2001-2002, где-то вот так. У меня первый компьютер появился, когда я школу закончил, в 2004 году. Так прикинь, мы каждый раз приходили со школы. И все с самого начала начинали играть. Проходить, проходить, проходить. Перепроходить. Так, команда. Подожди, почему не могу команды? Ой, стоп, я не сюда. Вот сюда. Выходим. Сейчас, одну секунду. А где Билли делся? Стоп, я не понял. А он тут стоит. Коды и пароли давали.
Ну да, было и такое. Не, ну, честно говоря, в моем детстве было в Денде приставка. Вот мы в Денде играли. Потом у друга появилась Sony PlayStation. Переключились на Sony PlayStation. А уж потом появились компьютеры. А на Денде какие там коды и пароли? Не было никаких. А, или в игре ты имеешь в виду коды и пароли? Ну, вернее, да, я понял, игровые салоны. Помню, зависали. Когда-то трандюлей так отхватил. Зима, холодно, снег лежит везде. Я с одноклассником, я не знаю, там за неделю накопили денег. И пошли в игровой салон. Короче, после школы. Школа закончилась в обед. И мы пошли в игровой салон. А зимой же темнеет рано. Ну сколько? Мало того, что сам там поиграешь час. Плюс подождешь, пока кто-то поиграет, и попробуй выгнать. Интересно ж, глаза разбегаются, там смотришь, неважно, денег уже нету. Просто смотришь, как другие играют, и смотришь на игры. Пришли домой. Темно, потемнело. Таких отхватили. И я, и он. Пропали дети, ну и телефонов тоже тогда еще не было. Дети со школы, школа уже давно закончилась, да, а со школы домой не пришли. Были времена. Так, стоп, что-то я тут застрял. Надо куда-то идти. Что у нас есть? У меня есть аккумулятор. Сейчас, я только не помню, куда его нужно вставить-то. Опа. А, вспомнил теперь, куда нужно его вставить. Выходим от седова. Нет, не сюда. Сюда, что ли? Нет, не сюда. Вот сюда, по-моему. Так же даже не вся история с резидентом. В резиденте мы... Диск был немножко поцарапан. И сама приставка не могла его считать. То есть мы каждый раз начинали с самого начала, проходили до какого-то места там, ну, каждый день там чуть дальше, дальше, дальше. А потом дошли до того момента, одна дверь там открывается и зависает на этом моменте. И это уже было ближе к завершению игры. Раз зависло. Там через день перепрошли обратно почти всю игру, там потратили часа 4. Дошли до этого места, дверь открывается, и опять игра зависает. Вот так тут и оставили эту идею. И потом в 2004 году, когда у меня появился компьютер, я скачал, вернее, мне товарищ подсказал, можно скачать там эмулятор. Вот скачал эмулятор, взял этот же диск, дошел до этого же места, дверь открывается, и оба-на, игра дальше пошла. Ну, то есть компьютер смог прочитать этот момент, этот диск. Sony PlayStation не могла прочитать, а компьютер прочитал. И в 2004 году я первый раз прошел Resident Evil Nemesis, там, полностью до конца. Вот как бы такая вот легендарная игра, она мне запала. Да-да, знакомо, дома сидели и получали. Да ё-моё, чё они все разделяются, а? Билли, ты где? Я ж тебя не отключал. Беги за мной. Не знаю, сегодня немножко приболел. Так, тут, так сказать, из последних сил сижу, сопли текут. Ну, в принципе, нормально. Жить можно. Так, а у кого этот лифт обесточен? У кого у нас аккумулятор? По-моему, у Ребекки. Да. Ребекка у нас сильная, таскает аккумулятор с машины. А Билли прохлаждается. На порожнике. Так, пошел вон отсюда. Кстати, нас сразу объедини... А, или... Ребекка. Да, вот так. Засовывает. Вставляй сюда аккумулятор.
Да, помню. Алкоголь 120%. Сейчас, еще были какие-то эти эмуляторы или как они там? Так, все, лифт отточен, был обесточен, теперь отточен. Да, помню такие-то. Сейчас, какой-то еще был алкоголь популярный. 120, вот. И еще была какая-то программа. Demon Tools. Воспользоваться лифтом, да. А, вот какого хрена не мог этот ящик толкать. Я ходил, бродил вокруг него. И Ребекка пробовал пхнуть его, не пхнется. И Билли пробовал пхнуть, не пхнется. И вместе я его пхнул, не пхнется этот ящик. Знаю, и уже и так напился этих таблеток, поэтому... Как-то нужно... Так, давай. Ребекка, залазь туда. Или Билли, залазь. Вон у меня морская вода. В нос пшикать. Тут все под боком стоит. Поэтому лечусь. О. Так. Я так и знал, этот ящик надо как-то пхнуть. Куда-то пхнуть, зачем-то пхнуть. Ребекка, ну иди отсюда. Вот. Разобрались. А теперь зачем? Вряд ли ящик нужно сюда дотолкать. Скорее всего, мне нужно Билли оставить здесь в лифте. Переключиться на Ребекку. И отправить Билли путешествовать. Silent Hill. Не, ну там алкоголь вот это 120%. И еще какая-то программа была. Вот честно, я не помню какую. И что она мне дает, а? На кой? Сюда, туда, туда, сюда. Теперь мне не нужно это. Так, Ребек, давай меня спускай обратно. Или мне сюда нужно что-то поднять? Ну да, диски, помню, переписывали. Я еще дискеты застал. Как раз пользовался ими. Так, ну ящик есть, да? Зачем он? Дай-ка подумать. Если мы его вот сюда оттолкаем, что нам дает? Надежная решетка. Несмотря на возраст, на ней нет признаков коррозии. Понятно. Очень полезно. А давай мы попробуем все-таки ящик туда в яму столкнуть. Может, столкнем в яму и сможем перебежать. Да, страшно болеть. Особенно после того, как, знаешь, там посмотришь в ТикТоке или еще где-нибудь разные видео по поводу того, что стоит в больницу попасть 100% коронавирус. Неважно, чем заболел там или еще что-то такое. Все коронавирус, коронавирус, коронавирус. Сегодня только даже смотрел, там и одна женщина говорит, рассказывает. У нее сестра отравилась уксусом, не знаю, то ли случайно, то ли специально выпила уксуса, история умалчивает. Но самое интересное, она выпила уксуса, попала в больницу, ей сделали операцию, вот, но она в результате все равно умерла. А в заключении написали, умерла от коронавируса. И дали ей на подпись, типа, подпиши, то что сестра умерла от коронавируса. Она говорит, как она могла умереть от коронавируса, если выпила уксуса? Ну,
Такие вот видео ходят, бродят. Так, ну давай толкай, чё это? Ещё чуть-чуть осталось. А может сюда просто чуть-чуть нужно? Вот так. И дальше пхни. Ты куда полез? Стоп, я вон вижу что-то. Что-то там на колонне мигает. Ну, то есть, что-то там есть, вон. Возле второго этажа на окне, вот там тут. Наверное, ящик нужно туда двигать. Да, теперь отпали необходимости в этих программах. Купил на PS3 приставку, все классические части. Хорошо, что не продал старушку PS3. Ну, да, во-первых, ты, ну что ты, много денег с нее не заработаешь там за продажу. Вот, а так, как... Стоп, а где это? Она вот здесь, да? Вот этот стол. Я далеко потолкал ящик. А так, для души, для... Поставить можно. Ай, блин. Это фоновой музыки нет тут. Вот так. Да. Ребек, давайте залазь. Здесь что-то есть. Отлично. Ясно, понятно. Две штучки нашли. Осталось еще третью найти. Что у нас еще есть? Не хочу... Говорить, прорвемся, браток. Вот-вот. Я ж тебе о чем и говорю. Много не заработаешь, но деньги что, потратишь, да и все. Не, ну конечно, можно купить обратно. Да ну зачем, если оно лежит, пускай лежит. Есть не просит. Я бы, честно говоря, даже Дэнди вернул себе. Ну, кстати, не продал. Она у меня просто когда-то поломалась. Там вечно была проблема с джойстиками. Так, командой. Всё, дай-ка теперь подумать. Эти штукенцы мы собрали, можем сразу выгрузить их. Чтоб с собой не таскать. Не помню, где их уже нужно вставлять. Где-то вроде как здесь, недалеко. То ли сюда, то ли не сюда. Сюда, что ли? Нет, вроде бы не здесь. Или здесь, или не здесь, я уже не помню. А, нужно еще решить загадку с этими, с огнями. Вот что нам еще осталось, точно. Ну пошли. Я как раз тут недалеко.
Ой, господи, блин, я что-то запутался. Так, я вот здесь нахожусь, да? Туда-туда мне не нужно. Мне нужно как-то попасть вот сюда, к этому кругу. А как сюда попасть? Кто его знает? Не помню. С кучей картриджей. Так, ну здесь можем сохраниться. Только есть ли у нас лента? Нету. Эх, еще одну такую табличку нужно. Ладно, побежали в главный холл, сейчас будем разбираться. Я не помню, где... Где эта штукенция лежит, как ее? Вернее, где находится дверь, куда нужно вставить все эти символы? Да, продал за символическую цену Дэнди. А сейчас бы здесь с каким-то другом или с ребенком показать. Вот в какие игры мы играли. И, кстати, когда ты пытался запустить Марио, сделать трансляцию или видео, видео точно, я записал какой-то фрагмент игры в Марио и выложил в YouTube. Сразу куча нарушений авторских прав прилетела. Оказывается, даже вот эта музыка в Марио, которая играет на фоне, на нее наложены авторские права. То есть нельзя Марио монетизировать. Даже если захочется поиграть, перепройти, то YouTube начнет ругаться с самого начала. Это когда там экспериментировал. Так, бери ленту, сохранимся, пока не забыл. Позавчера проходил GTA. Третью часть. Все, стрим закончил, туда-сюда. OBS выключаю, смотрю, игра включена. Alt F4, закрыл игру, потом думаю, ё-моё, я же забыл, я не сохранился. Утиная история. Да, Дэнди, конечно, легенда. Чем мы там только не играли? Чип и Дейл, Марио, Battletoads. Контра, да, там была, помню. Эти каких бои выбросить, да. Причем там реально очень много игр и... Играли ж. Марио играли вообще на... Помню, типа как спидран. Кто быстрее пройдет уровень. Там 400 секунд, по-моему, давалось на прохождение уровня. И кто быстрее добежит до этой палки, которая торчит там в конце уровня, то ты победил. Так. Что у нас тут есть? Лестница какая-то. Нет, не годится. Это лестница... Я здесь нахожусь. Вот еще какая-то дверь закрыта. А, вот она, точно, эта дверь. Да, точно, я вспомнил, куда мне надо будет вставить эти камни. Вот, ну, где-то вот сюда, вот. А, где-то еще была... Вот. Почему тут закрыто? Это я здесь где-то приехал. Интересно, можно сейчас открыть? Может, открыто будет? Ладно, не хочу проверять. Господи, блин, где там это была головоломка с поджиганием огоньков? Это точно, блин, YouTube беспощадная штукенция с этими авторскими правами. Я даже в GTA радио выключил, ну, как-то играл пятую GTA онлайн, РП. Вот, музыку выключил, все отключил,
туда-сюда стою, там что-то о своем думаю где-то. А на фоне, где-то там вдалеке, как, играет какая-то мелодия. Я даже не обратил внимания на нее. Я даже ее не слышал и не слушал. Туда-сюда через пару дней прилетает мне жалоба на нарушение авторских прав. Я смотрю фрагмент этого видео. На фоне, где-то там играет музыка, за которой мне прилетели жалобы. Стоп, я не помню, не помню. Я забыл, куда мне бежать надо. А? Билли, ты помнишь? Сюда, что ли? Или не сюда? Давай спускайся быстрее. А ну-ка, карта. Мне нужно сюда как-то добраться. Как я сюда могу дойти? Не помню. Через эту комнату? Нет. Через эту? Как-то в эту дыру. Подожди, я бежал спасать Ребекку. Да? Ребекка тут висела у нас в яме где-то. Я бежал ее спасать. Побежали, короче, как-то куда-то сюда. Разберемся сейчас. О, Юра, привет. Как ты там? Как здоровье? Как жизнь молодая? Как отдыхаешь? Кстати, несмотря на то, что у тебя, как его там, отпуск, да? Постарайся быть во вторник у меня на стриме. Будет стрим по фазмофобии. Просто договорился с другим стримером. Вот провести совместно стрим. Она у себя на канале, я у себя. Сделать, так сказать, коллаборацию. Ну, тем более она опытный игрок. Я не отдыхаю, я понял. Так, стоп. Да, где-то вот здесь, там что-то наклацали, вылезли оттуда черти какие-то. Ребекка, ничего особенного. Подожди, Ребекка, я могу тебя обратно подсадить? А зачем? Не здесь. Побежали в другую дверь. Вот. Есть канал Nancy Play. Девушка играет, у нее там 1000 подписчиков, чуть больше. Вот. И она часто играет в фазмофобию. Там еще в такие хорроры. Я с ней списался, договорились во вторник провести совместно стрим. Конкретно время не могу сказать. Поэтому желательно, чтобы вы меня поддержали. Может быть, попрошу ее поддержать. Так, ладно, выходим вот сюда. Посмотрим, что у нас. Хорошо, постараюсь прийти во вторник. Наверное, я пойду. О, сироплей, все. Батарейка села. Устал. Я думал, ты отпуск взял. Отдыхаешь от Ютуба, отдыхаешь. От тебя, видно, там напрягли чем-то. Стой здесь. Ага. А, я случайно не ту эту нажал. Идем. Ага. Я случайно не ту кнопку нажал. Думаю, что она раскомандовалась, стой здесь. Nancy Play, да. Не, одно дело сделаю и приду. Я понял. Ну давай. Делай важные дела. Личинку отложить решил. Тоже очень важное дело. Так, ладно, короче, здесь явно делать нам абсолютно нечего. Господи, блин.
У меня или мозг уже устал. Я не помню, как я добирался до этого. Вспомнил что-то ее. Не, просто у меня бывает такое. Может быть, от времени зависит или еще чего-то. К примеру, запустил стрим. И сидишь, смотришь, и вообще абсолютно никого нету. Думаешь, а господи, куда все порасходились? Там зайдет 1-2 человека, и все, больше никто не заходит. И думаешь, куда все порасходились, где все подевались? Вот. Чтоб такого не получилось во вторник. Ну, заранее предупреждаю. А, отдых — это прикрытие, занимаюсь кое-чем другим. Я понял. Надеюсь, закон не нарушаешь. Так, вниз. А, что там у нас вниз, если мы спустимся? А, вот оно, вниз, точно. Вот оно. Нет, не там. Ладно. Побежали, куда глаза глядят. Разберемся. Если мы зайдем вот сюда. Поднимемся вверх, и мы вот здесь окажемся. Ну, заодно выгрузим лишние запчасти, а там уже разберемся, куда дальше бежать. А, я понял. Да, была такая музыкальная группа. Я понял. Была еще игра. Даже Нэнси Дрю. Там, где квесты и головоломки приходилось решать. Не, с законом это не связано. Ясно. Вот, 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 вот сюда, да, по-моему. Мне нужно вставить какие-то штукенцы, да. Опа. Так, одна у нее. Использовать. Вторая хрень у мужика убила. Использовать. Нет, не может он использовать, а? Теперь мне нужно уйти, так как подруга звонит. Ну, давай. Подруга тоже дело такое. Подруга, подруга. Первым делом самолеты, а девушки потом. Ну ладно, ты... Главное, во вторник приходи. Так, ну, балласт сбросили. Теперь осталось вспомнить, как дойти до того круга и решить головоломку с этими огоньками. Какой последовательности их поджигать. Вспомнить только, где они были, эти огоньки. Там у нас абсолютно ничего нет, там тупик. Так что спускаемся сюда вниз. Налево у нас тоже, по-моему, тупик. Вот так. Тупик же ж? Налево. Да. Абсолютно ничего нет. Я заблудился. Вот насчет того, насчет музыки, да, я с тобой согласен. Не, ну, у меня есть еще более свежие. Конечно, нравятся и хиты 80-х, и 90-х, и 2000-х. Вот. А вот по поводу современной музыки я с тобой абсолютно соглашусь. Конечно, всему свое время. Я когда-то своих родителей не понимал. Да и бабушек сейчас не понимаю. Ну, скучная музыка у них казалась. У нас была хорошая, веселая. Им, наверное, казалась наша музыка бред-бредом. Так, сюда точно не нужно.
На выход нам не нужно. Дай-ка подумать, куда нам нужно. Вот сюда, что ли? А тут что у нас? Короче, надо сохраниться. Знаешь, у каждого поколения, наверное, свои взгляды на музыку и на все. Я вот с собой не таскаю, но коктейль Молотова занимает целый слот. Мне проще пробежать и убежать от них. Так, выкидываем ленту. Выбросить, да. Зачем нам один слот еще занимать? Так, давай, вот сюда. По-моему, сюда же, да? Казалось, да, это лишь поколение разрыв. Да, согласен. Бабушки слушали одну музыку, мы слушали другую музыку. Ага, вот сюда. Сейчас нынешняя молодежь слушает третью музыку. Даже на эту тему в ТикТоке много разных приколов. Музыка, которую слушали там в 70-е. Какая-то там музыка, которую слушали в 2000-х годах. И музыка, которую слушали, вернее, слушают в 2021 году. Бред сивой кобылы. Ну, молодежи нравится. Значит, мы чего-то не понимаем. Вот. Это хрень. Так, Билли. На тебя родина смотрит. Давай. В нужном порядке, в нужной последовательности поджигаем эти статуи, вернее, огоньки. Тесть душ. Законы цепи смерти. Цепи смерти. Разожги огонь жизни от душ слабых. То есть, начиная со слабого, я так понимаю, мне нужно по порядку их всех поджечь. Но как? К примеру, да, там? Если вот орел... В воздушном танце я хватаю свою безногую добычу. То есть орел охотится... я понял, тут не всех нужно до кучи слепить. Начиная от слабого. Орел охотится на змей. Да, значит... Мы поджигаем змею, потом поджигаем орла. К примеру, может быть, так оно сработает. Поджечь. Теперь орла поджечь. Вот так. Вот только интересно, кто на кого охотится. Вот. Кто на коня охотится? Никакой хитрости не угнаться за моими гибкими конечностями. Волки у нас хитрые, да? Значит, волк не может угнаться за конем. Значит, на коня мой острый ум способен победить даже величайшего из рогоносцев. Волк охотится на оленя. Я понял. Значит, поджигаем оленя. Потом волка. Сейчас дурная музыка. Текст плохой, музыка не цепляет. И голоса такие, как... Мои скромные никому. Сейчас. Угу.
Да, я к тебе присоединяюсь. А теперь волка нужно поджечь. По отношению с музыкой, да. Я еще когда-то увлекся Рамштайном. Нравился он. Ну, еще тогда в школу ходил, он тогда только появился. Слушал Рамштайна. Что-то подперло. Потом надоел тяжелый рок. Перешел. Мне очень понравился и до сих пор нравится реально. Я иногда бывает переслушаю Nightwish. Группа. Там тяжелый рок, но с женским вокалом. Блин, я что-то опять напутал. Что-то не сработало. Разожги огонь жизни от душ слабых. Разожги огонь жизни от душ слабых. Смотри, я поджег змею, поджег орла. То есть орел охотится на змей. Потом поджег оленя, поджег волка, поджег лошадь, поджег тигра. Или лев, или кто это? Я король. Мне ведомо все. Никому не вырваться из моей хватки. То ли пантера, то ли тигр. Кто его знает. Я вернулся. Да. Хорошо, что ты вернулся. Блин, в какой последовательности? Как и поджечь? Шесть душ закованы в цепи смерти. Разожги огонь жизни от душ слабых. От душ слабых. Ну ладно, хорошо. Ну ладно, давай тогда от душ слабых. А если точно так же сделать, только в обратной последовательности? Сначала орла, потом змею. То есть, типа, орел охотится на змей. Потом... Что там? Олень, волк. Блин, волк охотится на оленя. Хватит фашистов. Хватит слушать фашистов. Да. Бабушка. Блин, ладно, давай тогда попробуем точно так же, только в обратный. Орел. Да блин, использовать. Нет, почему? Ребекка, давай. Ой, вернее, так. Да, Ребекка. Здесь постой. Я пойду один. Хорошо. Мешает она мне. Выключи фашистов. Я представляю. Что-то рассмешил действительно картину. Так какого? В воздушном танце хватаю свою безногую добычу. Единственное, здесь безногая — это змея. Значит, давай, поджигай. Почему? Не могу сейчас использовать. Чё, прикалывайся? Давай, поджигай. Во! Да, согласен, в классическом составе до 2004 года. Все, что дальше... Ну, честно, да, не заходит. Не нравилось. Согласен с тобой. Когда еще Тарья Трунен в ихнем составе была. Как главная вокалистка, да? Вот это было круто. Так, орел охотится на змею. Значит, лев охотится на оленя. Ну, вернее, не лев, а этот волк. Так, давай.
использовать. Так, блин, стал на 2 сантиметра не туда. Все, не могу использовать. Давай, использовать. Вот, а все, горим. Так, и... Эта штукенция использовать, охотиться на коня или волк на коне охотится. Оп, все потухло. Наверное, волк охотится на коня от слабых. Ну давай попробуем. Подожжем коня. Видел видео, видел этот концерт, когда Nightwish, да, в Москве были. Только единственное, что я видел, это любительскую съемку. Поэтому качество звука было такое себе. Но видео видел. Я недавно, ну где-то, может, месяца два или три назад посмотрел вообще вот историю группы, вернее, создания Nightwish. Историю их, с чего все начиналось, и как раскручивалось, как что было, как что происходило. И во время просмотра там эти старые песни их, ух, как они цепляют. Так, змея теперь и орел. Жалко, нельзя вот в Ютубе сейчас вот во время стрима, да, включить на фоне, чтобы музыка играла. Да чтоб тебя! Так, нужно вернуться за гранатометом и с помощью гранатомета вынести эту дверь. Я не знаю, ребят, честно, в какой последовательности, как их зажечь, а? Серега, ты случайно не помнишь, Сергей? В какой последовательности их зажигать? Поджигать. Сначала застрелить оленя. Потом застрелить орла. Намотать змею. Не, как бы логически все должно было должно быть понятно. То есть, если у нас... Хватит крутиться. Вот. Привет. Я твердо стою на земле. Дальше. Гордо рога свои обнажив. А, ну там пантера. Пантеру. С убийством гитариста прямо на сцене. Не, в 2004 году прямо на сцене, по-моему, или после концерта Атария как раз вручили, так сказать, письмо, в котором было написано то, что она уволена. Типа того. Но она сама хотела уходить или что-то такое. Ну, неважно, там своя история у них, не хочу разбираться. Но про убийство их гитариста я не слышал. Они, по-моему, ихняя вся группа полным составом, кроме Тарьи, без нее, уже участвовали в, там, с другой вокалисткой. Блин, как. Все живы-здоровы остались на следующем концерте. Я ее не проходил, я понял. Ну да, пантера, скорее всего. Ладно, конь, понятно. Змея, скользя в тишине, обвивает своих жертв. Я и ядом своим сокрушаю я даже могущественных королей.
То есть змея сокрушает ядом могущественных королей. Из всех королей тут могущественный — это вот пантера, да? Я король. То есть пантера, змея. Получается. Никому не вырваться из моей хватки. Олень, волк. Лошадь, пантера. Змея, орел. Давай попробуем. Олень. Я про группу пантеру говорил, а вот пантеру такой группы не знаю. Олень, волк. Лошадь. Да, использовать пантеру, честно, ничего не знаю. Вернее, лошадь, пантера. Змея, орел. Змея и орел. Я вроде бы делал так, а может и не делал. Ты читер, ты знал. Я, видно, перепутал олень-волк или... Да, у меня пантера убивала коня, а волк убивал оленя. Ну, что-то такое. Я вот не люблю очень сильно тяжелый рок там или еще что-то в этом роде. Мне нравится... Ну, Nightwish реально классная. Это как ее там... Evanescence... Потом, господи, как я, ладно, не буду вспоминать. Ну, в основном мне нравится тяжелый рок с женским вокалом. Как же, даже Тарья с ней когда-то пела. Так, шо, карта, что у нас здесь? Ну, можем сюда проверить, зайти. Ой-ой-ой. Что произошло? Игра свернулась. А вот. Я посмотрел в гугле. Я понял. Спасибо. Оперативно. Иногда бывает... Твои зрители даже не допросятся, чтобы кто-то что-то глянул. Не, ну и пельмень. Только сейчас у нас... Сегодня его почему-то нету. Но так часто заходит... Постоянный зритель. Есть у меня шаурма и пельмень. Вот, последний этот глиф остался. И мы открываем дверь. Просто не запачканы кровью. Ну, подумаешь. Ничего особенного. Пустая бутылка. Ну и все. Он еще может подсуетиться, там посмотреть прохождение, подсказать мне. А, Сириус еще тоже, это мой зритель. Частенько бывает, меня выручает. Я пока играю, прохожу, он мне в чате подсказывает, что мне делать. Добрый вечер. Пустите переночевать. Не хотят они меня впускать переночевать. Фу, лежат чьи-то личные вещи. Здесь нет ничего интересного. Ну как-то нет ничего интересного. Что может быть интереснее, чем чужие личные вещи, а? Цветочек. Ну, наверное, нужно. Вы не можете взять эту. Короче, нужно переключиться. Почему-то мне хочется ее Джилл назвать. Джилл. Я уже миллион раз думал о том, что Джилл. Какая Ребекка? Откуда тут Ребекка?
возьмется. Так, берем раз цветочек, берем второй цветочек, делаем чудо волшебную хилку. Вот смешать с этим. Можем подлечиться. Использовать все отлично, везде все отлично. Сейчас, наверное, открываем эту дверь, ну, вернее, вставим последний этот глиф туда. И будем, наверное, заканчивать. Во рту уже пересыхает. Дневник кандидата в сотрудники. Директор Маркус полностью поглощен своими исследованиями. Отчет он так сильно привязан к этим пиявкам. Отчего он так сильно привязан к этим пиявкам? Нет, это даже не глубокая привязанность. Это скорее любовь. По слухам, эти пиявки чрезвычайно опасны. Них и теперь свалился с лихорадкой. Сегодня опять бла-бла-бла-бла-бла. Помогите те, мама. Крючка вот там лихорадка сожрала. Из блатника, честно, наверное, сектор газа. Вот. Шансон не люблю. Мне его в детстве хватило, этого шансона. Отец любил слушать шансон. И когда в детстве приходилось грядки на огороде там пропалывать или картошку выкапывать, то ли сажать, то ли выкапывать, ну неважно, что делать. Вечно этот радио, шансон играла. Все, вроде бы все обыскали, все взяли. Идем теперь со спокойной душой вставлять этот глиф. Там многие. И Цой погиб молодым. Виктор и Виктор Хой погиб молодым. Многие музыканты погибли молодым. Молодыми. Так, лента у нас есть. Все отлично, все хорошо. Бежим отсюда, короче, выходим, все, надоело. Надоел мне этот особняк. Ну, не блатняк, да. Согласен, не шансон. Ну, может, из всего шансона я там и выберу пару песен, но никогда не слушал. Не балдел от шансона. Так, почти справились. Идем, вставляем последний глиф, посмотрим, что получится. Кстати, можем по пути сохраниться сейчас как раз. Да какой? Не нужен. Возьми эту ленту. Вот. Сохранить игру, да. Ну, понимаю. Ассоциация плохая. Да, все детство. В 20 лет мы продали, ну, когда мне было 20 лет, мы продали частный сектор, и только после этого прекратилось. Огороды и всякое такое. А так со школы приходишь на огород. Гулять не пойдешь, пока не вскопаешь. Или хочется пойти куда-нибудь гулять, а тебе нужно идти за 3-9 земель на какое-то там поле собирать огурцы, помидоры, потому что их нужно через день собирать. Ну, всякое такое. Выходные, хочется погулять. Так, выбросить, да. Вместо этого идешь по жаре. Так, короче, что я могу сказать? Продали дом, купили квартиру, переехали, все было хорошо первых 2 года. После этого стало скучно. Родителям они купили дачу. Без окон, без дверей, можно так сказать, один короб был. Не, ну с окнами, с дверями, но без ремонта, без ничего, абсолютно ничего не было. И уже 10 лет, даже больше. Постепенно, каждый год
Все там строится, делается, ремонтируется, беседка строится, сараи, туалеты, души строятся, комнаты, камины строятся, второй этаж сделался, там то гипсокартоном, то еще, то одно, то второе, то пятое, то десятое, ну короче, кошмар. Теперь другая проблема. Ну и грядки я там особо не беру в расчет, потому что там, ну, грядочка, помидорчики, там огурчики, такое чуть-чуть для души растет. Там укроп, там зелень. Стоп. Нужно сообразить, куда бежать. Здесь мы находимся, а бежать мне, бежать. Вот туда, вниз. Я понял. В эту дверь, вниз. И нет, не туда. На второй этаж поднимаемся. Блин, опять забыл, куда бежать. На второй этаж подняться, пробежать в эту дверь, спуститься вот сюда. Вроде бы как, да. На второй этаж. Сам же говорю, на второй этаж, а бегу в другую дверь. Выздоравливай, спасибо. Спасибо, заходи, всегда рады. Сейчас оставляю этот глиф и на этом закончу. Спасибо. Так, где-то здесь эта дверь была, вот она. Так, а в чьих карманах? У кого в кармане? Ага, убили. Значит. Вот что, без меня не можешь догадаться, а? Подойти сюда, сунуть камень. И... Что у нас сейчас произойдет? О, дверь открылась. Все, погнали. Блин. Я могу сказать, у всех в детстве эта мечта есть. Закончить школу. Как недавно Юра говорит, закончу школу. Ну, мой подписчик, да, там. Говорит, закончу школу. У меня появится... Оба-на. Не зря здесь патроны положили. Говорит, закончу школу, у меня появится время заняться ютубом. Наоборот. Закончу школу, появятся другие проблемы. Я пойду один. Хорошо. Нет, ты стой здесь. А я пойду проверю. Наоборот, школу заканчиваешь, и у тебя времени абсолютно нет. Ни на что. Потому что тебе нужно одно, второе, третье, пятое, десятое, одиннадцатое, тридцать пятое, сорок восьмое сделать. Тебе столько надо вечно дел переделать. Так. Так, тут есть какая-то дверь, но она вроде как закрыта. Похоже, лифт обесточен. Понятно. Дальше. Закрыто с другой стороны. Понятно. Короче, мне с помощью... этой рыбайки нужно зайти вовнутрь,
оббежать по кругу, открыть дверь с другой стороны и впустить. Закрыто. На замочной скважины здесь нет. Подожди, я не понял. Стоп. Били. Ты можешь тут стоять? Так, стой. На кнопочке. Нет, не все. Юра в школе учится. Ну, крейзи Юрик вот это. Что еще? Ну, я не знаю, там шаурма, наверное, тоже школьники. Только ко мне в основном одни школьники заходят. Ну, чё-то застряло. Так, сюда дверь есть. Давай карту включим, посмотрим. Такая стрелочка кривая. Здесь нужно не ровно бежать, а криво. Вот так вот. Так, что тут? Больше нет ничего интересного. Это алтарь. Несмотря на божественную ауру, в нем есть нечто зловещее. Чё тут зловещее? Ладно, вариантов немного. Я тоже надеюсь. О, лента. Да. Я тоже сироп надеюсь. Так. Хилка есть. А вот и пришло время сохраняться. Тут патроны, куча всякого. Сохранить, да. Новым сохранением сейчас сделаю. Вот так. Все, ребят, на сегодня антракт заканчиваем. Завтра, если буду себя хорошо чувствовать, без проблем что-нибудь запущу, еще не придумал, но скорее всего GTA продолжим. Или, ну, посмотрим. Или Devour, ужастик побегаем, разомнемся. Или что-нибудь новенькое для разнообразия, так сказать. Разберемся, что завтра запускать. А так, Сироп Плей, спасибо тебе, спокойной ночи. Сергей, тоже спасибо за то, что зашел, за то, что поприсутствовал. Всем удачи.